высокий пост, солидная зарплата, большие цели. Все это позади. Он потерял свою фирму в одночасье. Сегодня уборка дома. Приготовление ужина и забота о близких на первом месте. А деньги в дом ныне приносит она, жена. Очень часто встречается так в моей практике, то, что муж имел какой-то пост, какую-то должность, какую-то хорошую работу, ее потерял и теперь не может позволить себе на психологическом уровне занимать какую-то должность пониже. То есть у него такой своеобразный барьер. Есть мужчины, которые очень долго тянут, подбирают работу, на это уходят годы, на это... затянутые прям такие периоды, когда человек не знает, что он сам хочет. Он хочет и хорошую работу, и хорошую зарплату, но при всем при этом он лежит на диване и ждет, пока зарплату принесут ему непонятно за какую работу. Вернуть возможность мужу быть главой семьи в руках супруги. Теплые слова, внимание и чуточка поддержки от мудрой жены – самое то. Жене необходимо сказать какое-то свое недовольство, но не в агрессивной форме, а именно на уровне договориться с мужем. Жена должна, именно должна понимать, что у супруга, возможно, есть какой-то психологический кризис в данный момент, и его необходимо из него вытаскивать. Иногда слова недостаточны, нужны еще и действия. Поиском работы может заняться и супруга. И можно помочь мужу найти работу. Сейчас все-таки такое время, когда на работу берут по знакомству. И если у вас проблема с работой у супруга, то об это не нужно стыдиться этого. Можно попросить друзей помочь с работой. Можно купить где есть вакансии, указать мужу для того, чтобы он с вашей помощью подыскал то, что ему подходит. Вот так мудрая женщина, если захочет, заставит, вернее, вернет мужу возможность зарабатывать деньги, искать источник пропитания для жизни и решать проблемы. А тот период жизни, когда муж сидит дома с детьми, можно считать отпуском и самым счастливым периодом в его жизни. Анара Бишикеева, Теля Качанулу, студия Замана.